Вот я взяла куколку. Вот такая у нас кукла. У меня голос снимается, как я уже говорила. Так, что ж, давайте открывать сюрпризики. Это как раз-таки, ну, два сюрприза не для куколки этой, а два сюрприза как раз-таки для этой куклы. Что ж, давайте сначала откроем, наверное, не для куколки. Это у нас животные и нарисованные животные. Так вот. Так, ну-ка. Наверное, надо было мне отрезать это все ножницами. Ладно, немного подровняю, потому что так легче будет. Так, и нам здесь попалась первая нарисованная. Это сова, такая красивенькая, с бантом. Большие такие глаза и маленькие лапки. Класс. Наклейка тоже. И откроем опять такой шипик. Посмотрим. Как вы думаете, ребят, что же там? Мне кажется, что это не нарисованное все же, потому что сейчас не попадаются нарисованные. Как вы думаете, кто это? Собачка или кошечка? Это вообще попугай. Не собачка и не кошечка. Это у нас попугай Ара. Голубо-желтенький. Такой красивый. Прикольно. Теперь откроем как раз-таки для куколки. Так. Давайте откроем вот вещи для, ну, для этой маленькой куколки. Как они называются? Ребята, смотрите, это у нас надувной матрас, он такой мягкий. Класс, вот, мягенький такой, розовенький, красивый. Ну и немножко маленький, ну вот, вот так вот. Она может на нем плавать. Круто! И здесь я уже знаю, что... Кстати, вот эти вот сюрпризики, которые для этой маленькой куколки, я заказывала на одном сайте для этой маленькой куклы как раз. Кстати, здесь у нас лиловый, а здесь розовенький. Здесь у нас уже паричок, то есть сменный паричок. Такой вот, смотрите, лиловенького цвета. Длинные волосы. Сейчас я ее примерю. Сейчас, минуточку, я сейчас примерю, вам покажу. Вот, ребят, смотрите, какая красивенькая. Ей, кстати, очень идет этот парик. Класс. Вот, здесь дырочка, чтобы вставлять, допустим, цветочек. И легко можно снять. Вот, то есть у меня теперь будет два паричка. По возможности я подумаю и, может быть, закажу еще какой-нибудь паричок для нее. Вот, классные сюрпризики нам сегодня попались. Что ж, ребят, всем пока. Не забывайте ставить лайк и подписываться на мой канал. Всем пока.